Участник Великой Отечественной войны Марусенко Петр Евтихович родился в 1927 году. Был призван в октябре 1944 года Черепановским РВК Новосибирской области на военную службу. 1 мая 1945 года он принял военную присягу. И затем с 9 августа 1945 года он воевал в войне с Японией по 3 сентября 1945 года. Он много рассказывал про свои подвиги. Самое страшное в его жизни было, когда он рассказывал, как он тонул вместе с кораблем дважды. Но, слава Богу, все получилось благополучно. И однажды он спас своего боевого товарища, у которого были прострелены ноги, и он уже в кубрике внизу был подбит их корабль, и он начал тонуть. И кубрик был заполнен водой. И вот отец мой, Петр Евтихович, его спас, вынес его на себе, и в итоге в конце потом он уже спас его. Имеет заслуги, орден Отечественной войны, медали за войну с Японией, и за победу над Японией и за освобождение Кореи. Я горжусь очень своим отцом Петром Евтиховичем. Он был очень достойный человек, отец, муж. И я всегда, когда слушаю эту песню «Поклонница великим тем годам», я преклоняюсь. Спасибо ему, спасибо всем воинам, патриотам, освободителям за наш мир, за нашу жизнь. Спасибо им.